Веломода приветствует вас на просторах нашего видеоканала. Сегодня мы показываем велообувь для холодного времени года, для жестких экстремальных условий. Это Shimano XM9. Новая модель всепогодных, вездеходных таких велокроссовок, которые предусмотрены специально для жестких условий эксплуатации. Здесь присутствует мембрана Gore-Tex. Сверху мы видим, она не пропускает воду, но в то же время дышит, что очень важно. Внутри они утепленные, то есть это теплая обувь. Завышенный вот такой вот задник говорит о том, что они будут сохранять ваши ноги в тепле. Они полностью сделаны из жестких таких прослоек. Впереди жесткий носок из такого прорезиненного материала. Подошва Vibram, то есть это трекинговая подошва для, скажем так, экстремальных условий эксплуатации. Она не скользит, но в то же время очень комфортная и удобная. К тому же еще и долговечная. Здесь присутствует классическая шнуровка. Вот такие металлические захваты делают ее очень надежной и крепкой. Также здесь имеется еще вот такой вот специальный резиновый уплотнитель, который затягивает шнурки максимально четко, скажем так. Здесь имеется также вот такая вот резиновая штучка. Это специально для того, чтобы шнурки эти подстегнуть, туда подвязать, и они будут там хорошо держаться, и не будут вам никогда попадать ни в педали, ни в шатуны, ни в спицы, ни куда-то там еще. Вот такая вот, собственно говоря, замечательная велообувь представлена в магазине Веломода. А сейчас мы еще и продемонстрируем стельку. Стелька здесь вот такая вот специальная, ребристая, не ровная, то есть она рельефная, для того, чтобы любая нога сидела очень удобно, комфортно и четко. Вот, собственно говоря, вот такие Shimano XM9 вы можете приобрести в магазине Веломода. А мы прощаемся с вами. В конце мы всегда показываем вес обуви, в данном случае 615 грамм.